Новинка. Вегетрокс. Скорая помощь при панических атаках. Активное вещество вегетрокса, пророксаногидрохлорид, подавляет возбудимость диэнцефальных структур и регулирует тонус симпатоадреналовой системы. Действующее вещество вегетрокса было синтезировано специалистами Института токсикологии Минздрава СССР и более 30 лет применялось в клинической практике. В 2005 году в связи с закрытием завода-производителя выпуск препарата был прекращен. В настоящее время, в ответ на обращение специалистов, производство пророксана возобновлено под торговым наименованием «Вегетрокс». «Вегетрокс» применяется в качестве симптоматического средства при панических атаках, соматоформной вегетативной дисфункции симпатоадреналового типа. «Вегетрокс» не относится к психоактивным средствам, не вызывает зависимость и привыкание. «Вегетрокс» – скорая помощь при панических атаках. Одна из важных линий защиты от патогенных бактерий и вирусов – современные антисептики. Представляем «Анавидин» – профессиональный антисептик на водной основе. «Анавидин» обладает антимикробной активностью в отношении бактерий, включая возбудителей туберкулеза и внутрибольничных инфекций, а также всех известных вирусов, патогенов человека, в том числе вирусов гриппа, коронавирусов, возбудителей гепатита. «Анавидин» зарегистрирован для дезинфекции рук хирургов, медицинских перчаток, для обработки кожи операционного поля и мест инъекций, медицинского оборудования и поверхностей в помещениях, где требуется соблюдение асептических условий. «Анавидин» рекомендован к применению и в бытовых условиях для гигиенической обработки рук, предметов ухода за больными, поверхностей, приборов и игрушек. «Анавидин» обладает пролонгированным антимикробным действием не менее 5 часов. Безопасен для обработки кожи детей с 3 месяцев. «Анавидин» – безопасное средство для создания безопасной среды. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я рад вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре. Сегодняшний вебинар второй и посвящен он гормонально активным образованием надпочечников. На первом вебинаре мы с вами подробно разобрали физиологию надпочечников, активно затронули аспекты лучевой диагностики, разобрали основы чтения компьютерной томограммы, и это все нам пригодится и в сегодняшнем вебинаре тоже. Если кто-то что-то забыл, то, естественно, вы можете посмотреть в первой части. Так. Когда идет речь о гормонально активных образованиях надпочечников, чаще всего на ум приходит феохромоцитома. И если начать разбирать данное заболевание, то я, естественно, хотел бы коснуться исторических аспектов. Впервые это заболевание было открыто немецким клиницистом Френкелем в 1886 году. И он впервые описал пациента, которая, к сожалению, умерла на фоне мнимого благополучия, то есть без каких-то клинических проявлений. И отчет данного клинического случая завершается о том, что пациентка умерла из-за гипертонического криза, и у нее нашлась двусторонняя опухоль надпочечника. Работавший с нею патологоанатом Макс Шателиус работал вместе с Френкелем, и он провел исследование и оценку удаленных надпочечников. А вскрытие проводил не менее известный профессор Рудольф Майер. Все это случилось недалеко от небольшого немецкого городка Фрайбурга. И здесь вы видите, я не удержался и включил данную картинку в этот слайд самого Макса Шателиуса. Он, кстати, был первым в Фрайбурге, у кого появился Mercedes-Benz. В самом Фрайбурге, не во всей Германии. И также у него была собственная яхта. Он был активным яхтсменом и, к сожалению, из-за этого погиб во время сильного шторма. Так вот, благодаря Максу Шателиусу, который окрасил феохромоцитому раствором Мюллера с солями хрома, феохромоцитома показала свою хромофинность, и отсюда это название феохромоцитома. То есть благодаря этому ученому мы называем так вот данную опухоль.
Коротко в двух словах, что феохромоцитома, она берет свое начало из мозгового слоя надпочечников, и это важно. Хочу обратить ваше внимание, может быть, я это не говорил в первой части, но мозговой слой идет на всем протяжении надпочечника. Вот вы видите, он расположен между слоями коркового вещества. То есть, ну, я так часто привожу аналогию с вафлями, если можно так вот выразиться. То есть мозговой слой как начинка лежит между двумя слоями коркового слоя, между вафельками. И это очень важно. Видите, как активно кровоснабжается мозговой слой, сколько нарисовано, изображено в нем сосудов. Так вот выглядит феохромоцитома на макропрепарате. Проблема в том, что многие специалисты терапевтического профиля лучевой диагностики, они даже никогда не видели, собственно говоря, эти новообразования вживую. Так вот, как выглядит эта опухоль. Я специально выбрал для данного слайда небольшую феохромоцитому, чтобы вы видели, что она растет из мозгового слоя. То есть, видите, как корковый слой охватывает опухоль. То есть, она располагается между вот этими прослойками коркового вещества. А, собственно, мозговое вещество вот здесь вот оно изображено. Я активно сейчас подвожу курсором. Вы видите, что между корковым веществом, между двумя полосками коркового вещества имеется такая вот коричневатая, буро-коричневая ткань. Поэтому феохромоцитома всегда вот такого вот буровато-красного, бледно-розового цвета, но никогда не оранжевого цвета, цвета коркового слоя. Собственно говоря, здесь еще примечательно то, что вот видите, насколько крупный сосуд. Это центральная вена надпочечника. Именно из него в основном вытекает вся кровь. Почему я говорю в основном? Потому что в процессе развития опухоли идет активный ангиогенез. И, естественно, опухоль, она требует постройки множества сосудов. И центральная вена является и основным, но имеется множество коллатералей, которые также отводят кровь от опухоли надпочечника. И из-за больших размеров опухоли бывает так, что эти коллатерали могут не уступать по размерам и самой центральной вене. Феохромоцитома – это опухоль из хромофинной ткани. И она вырабатывает биологически активные вещества адреналин и норадреналин. А параганглия – это скопление тел периферических нейронов. Если говорить сухими такими терминами, то феохромоцитома, она является надпочечниковой параганглиомой, то есть она располагается в надпочечниковой. Но есть, собственно говоря, если есть надпочечниковая параганглиома, то есть и вне надпочечниковые параганглиомы. Где они могут располагаться? Они могут располагаться в местах скопления симпатических ганглиев. Я их активно сейчас вот выделяю. То есть начиная от шеи и заканчивая малым тазом. Почему нам важно это знать? Потому что очень часто, когда не находится опухоль в надпочечнике, а имеется какая-то картина симпатоадреналовых кризов, возникает вопрос, а вдруг это вне надпочечниковая феохромоцитома? Вдруг это параганглиома, которая вырабатывает избыток адреналина, избыток катехоламинов, то есть норадреналина. Давайте попробуем разобраться, как нам нужно действовать, когда у нас встает вопрос о поиске параганглиомы. Обратите внимание, 85% параганглиом, то есть подавляющее большинство, располагается ниже диафрагмы. 5% располагается в малом тазу. Я к чему это говорю? К тому, что если пациент сделал компьютерную томограмму брюшной полости, то вот эти 80% параганглиом, они должны попасть в зону сканирования компьютерного томографа. И если по заключению компьютерной томограммы у нас ничего не описано, то, соответственно, и 80% параганглиом мы исключаем. Если обратить внимание, то параганглиомы, которые располагаются выше диафрагмы, они в подавляющем большинстве, 95%, не имеют гормональной активности. То есть, если мы ведем речь о параганглиомах, которые располагаются выше диафрагмы, они не обладают гормональной активностью. И, соответственно, давать никакой клиники не можем. Поэтому, если мы ведем речь о том, что где-то мы ищем параганглиому, то, скорее всего, она должна быть в брюшной полости.
и в грудной клетке, и в малом тазу, они встречаются очень редко. Сама параганглиома – очень редкое заболевание. И мы говорим о той части параганглиом, которая совсем малая часть. Поэтому в подавляющем большинстве случаев, что если у нас не описано никаких новообразований в забрюшинной клетчатке по компьютерной томограмме или по МРТ, то ожидать их в других частях тела, конечно же, можно, но это очень редко. Если же мы говорим о том, что у нас есть новообразование надпочечника, и нам нужно найти параганглиому, которая располагается выше диафрагмы или в малом тазу, то, честно говоря, таких описаний я в литературе не встречал. Предположить о том, что они есть, конечно же, можно, но это, я думаю, что казуистически редко. Поэтому, когда мы ищем параганглиому там, где ее нету, ну, это можно сродни тому, что мы ищем черную кошку в темной комнате, но при том, что самой кошки там нету. Вот почему нам нужно было понять, где находятся параганглиомы и что они находятся в большинстве своем брюшной полости. Феохромоцитому не зря называют великим имитатором, потому что симптоматика, которая вызывает феохромоцитома, она, если о ней не помнить, не задумываться, она встречается очень часто при различных других заболеваниях. И это создает сложности в ее диагностике. Основной симптом, который встречается при феохромоцитоме, это, конечно же, артериальная гипертензия. Какие типы артериальной гипертензии встречаются? Это бессимптомная, то есть человек спокойно живет, и он до своего критического финального криза может даже и не знать, собственно говоря, как та первая пациентка, которую описал Френкель. У пациентки было две феохромоцитомы, и, к сожалению, первый криз оказался для нее и последним. Пароксизмальная форма. Та форма, которая наиболее благоприятна для диагностики, когда на фоне абсолютно нормального давления возникает подъем артериального давления и возникает гипертонический криз. И этот криз быстро проходит. И если у пациента, особенно молодого возраста, такая клиническая симптоматика развивается, то, возможно, у него достаточно легко заподозрить данное заболевание. И смешанная форма артериальной гипертензии наиболее трудная для диагностики, когда на фоне умеренных, повышенных цифр артериального давления, там может быть 140-150 мм ртутного столба, возникают кризы до 170-180 мм ртутного столба. И такие кризы легко перепутать с течением артериальной гипертензии, с кризовым течением. И из-за этого пациенты долго ходят и не могут им врачи поставить диагноз. Какова же эпидемиология феохромоцитом? Она не так уж мала, как считается, что феохромоцитом – это редкое заболевание. От 0,1 до 0,7 наблюдений в среди всех пациентов с гипертонической болезнью. Если так об этом подумать, то это не так уж и мало. Было несколько достаточно крупных исследований, которые исследовали аутопсии пациентов, умерших от других заболеваний, и данные достаточно сильно разнились, но в среднем около 50 феохромоцитом находится на 100 тысяч аутопсий. В России, если так вот почитать первые два показателя, около 70 тысяч пациентов. Но обратите внимание, 60% феохромоцитом – это, к сожалению, аутопсийные находки, когда пациент уже, к сожалению, скончался от гипертонического криза, и диагноз феохромоцитома уже ставит патологоанатом. Конечно же, хочется поставить диагноз раньше. Чтобы понять клиническую картину, как легче поставить диагноз, понять течение болезни, давайте вспомним эффекты катехоламинов и как они действуют на организм. Если производится стимуляция бета-1 рецептора сердца, то производится положительный ионный и хронотропный эффект, то есть увеличивается работа миокарда, увеличивается сердечный выброс, увеличивается кровоток, поднимается давление. Как компенсация, стимуляция бета-2 рецептора сосудов в миокарде увеличивает просвет, дилатация. И благодаря этому миокард может как раз вот оказать
такую повышенную работоспособность. Если стимулируются альфа-1 сосуды рецепторов кожи, то происходит вазоконстрикция. На этом основан один из основных признаков криза при феохромоцитоме – это бледность кожных покровов. Если стимулируются рецепторы почек, то высвобождается ренин, что также ведет к повышению артериального давления. Стимуляция рецепторов в кишечнике снижает моторику и увеличивает тонус сфинктеров. У пациента могут жаловаться на запоры. И депонирование жидкости происходит в кишечнике, что приводит к гиповолемии. Обратите внимание на участие катехоламинов в обмене глюкозы. Увеличивается гликогенолиз, то есть увеличивается содержание сахара в крови. И у этих пациентов могут быть проявления сахарного диабета, которые благополучно проходят практически полностью или существенно снижаются после удаления опухоли. То есть феохромоцитома ведет к повышению глюкозы в крови. И один из основных симптомов при воздействии на альфа-рецепторы кожи увеличивается потоотделение, что мы можем заметить также. Пациенты, что характерно, жалуются на это. Итак, какие же клинические проявления? Это артериальная гипертензия, которая может носить несколько форм, то есть смешанную, либо пароксизмальную. Бледность кожных покровов – это важно. Когда пациент рассказывает о своем приступе, он очень часто отмечает, что «я побледнел», описывает чувство холода, описывается нос губ, говорит, что отмечает, что могут посинеть губы. Это очень характерно для приступов, связанных с феохромоцитомой, потому что если пациент описывает, что приступ начался с того, что я почувствовал чувство жара, я раскраснелся, то, конечно же, это может быть феохромоцитома, но уже с меньшей долей вероятностью. Боли в животе могут быть связаны со спазмом сосудов, с депонированием жидкости, то есть с нарушением моторики, потливость. Также пациенты описывают увеличение сахара в крови. Тревожность и панические атаки не так характерны для феохромоцитомы. Они встречаются, но это не такой признак существенный. Конечно же, когда уже болезнь течет достаточно давно, и пациента беспокоят эти приступы, естественно, тревожность может наслаиваться. Также для феохромоцитом в ряде случаев характерен лейкоцитоз. Об этом нужно помнить. По тяжести течения выделяют феохромоцитомы несколько степеней. Легкую, средней степени и тяжелую. Объективных каких-то критериев достаточно сложно провести между этими степенями. Но легкая степень – это низкая частота приступов, средняя степень, отмечает пациент, уже более высокую частоту, может быть, раз в неделю, несколько раз в неделю. Тяжелая – это когда уже несколько приступов, может быть, за один, за два дня возникать, уже когда возникает поражение сердечно-сосудистой системы, возникает сердечная недостаточность. Естественно, таких пациентов нужно очень внимательно отнестись, особенно в плане предоперационной подготовки, учитывать это. Какие же изменения миокардия происходят при феохромоцитоме? Гиперкатехоламиномия, она вызывает нарушение ферментов внутриклеточного фосфорилирования. К чему это приводит? Это приводит к нарушению обмена энергетических процессов в самом миокарде. И это ведет к возникновению миокардиодистрофии, то есть гиперкатехоламиномической миокардиодистрофии. И это может привести в конечном итоге даже вплоть до дилатационной кардиомиопатии, потому что высокая степень нагрузки на миокард, увеличивается выброс поначалу, и потом это может привести к дилатационной кардиомиопатии. И как следствие, то есть миокардиодистрофии могут приводить к нарушению ритма, то есть возникновению фибрилляции, к сердечной недостаточности, и в ряде случаев даже могут приводить к острой левожелудочной недостаточности, которая в критических ситуациях может перерастать в инфаркт миокарда и являться причиной смерти пациента. Очень важно
помнить о том, что характерно для больных с феохромоцитомой это гиповолемия, то есть уменьшение объема циркулирующей крови. На чем основано это? Это основано на том, что когда сосуды спазмируются, уменьшается их просвет, увеличивается индекс общего периферического сопротивления сосудов. И это ведет к тому, что происходит такая вот своеобразная централизация кровообращения. Сосуды, когда спазмируются, они выдавливают плазму в межсосудистое пространство. Запоры, потоотделения точно вносят небольшой, но все-таки свой вклад в развитие гиповолемии. И когда мы готовим пациента к операции, когда мы уже поставили диагноз, нужно говорить о том, что пациент не ограничивал питье, а когда пациент уже, собственно говоря, идет на операционный стол или получает какую-то предоперационную подготовку уже не одно отделение, обязательно помнить о том, чтобы у него был положительный клиренс центрального венозного давления, чтобы у него не было дефицита ОЦК. Мы должны это все компенсировать, потому что при гиповолемии достаточно выше вероятность того, что возникнет гипертонический криз во время операции. Артериальное давление, оно при феохромоцитоме, как бы парадоксально ни звучало, оно может быть даже и пониженным. Но не нужно радоваться, что при этом болезни пониженные показатели. Это, скорее всего, признаки декомпенсации болезни, потому что когда уже прогрессирует гиповолемия, когда уже централизация кровотока, уже возникла недостаточность, это уже признаки того, что пациент находится в достаточно критическом состоянии. И в крайней степени может возникнуть катехоламиновый шок и возникнуть явление неуправляемой гемодинамики. Поэтому если у пациента при феохромоцитоме возникает снижение артериального давления, то это один из таких тревожных симптомов. Я хотел бы поговорить еще о том, насколько изменилась диагностика феохромоцитом, насколько медицина продвинулась вперед. Одно из основных монографий, которая и сейчас есть у нас на русском языке, это большой вклад был Ивана Ивановича Дедова и Бельцевича Дмитрия Германовича, которые написали книжку, так она называется, «Феохромоцитома» в 2005 году. И если обратить внимание о том, какие опухоли были там описаны, то подавляющее большинство новообразований, они достаточно больших размеров. От 5 до 10 сантиметров. Принимая во внимание, что феохромоцитом – это достаточно медленно растущая опухоль, то, соответственно, и анамнез заболевания, и те патологические изменения, которые произошли у пациента, естественно, они более выражены, чем у пациентов с меньшими по размерам феохромоцитом. Хотя нет такой прямой связи, но в большинстве своем – да. Чем больше опухоль, тем больше патологических изменений произошло в организме. Если взять опыт нашей клиники, которая за вот эти 7 лет, но уже за 8 лет провела количество операций, мы уже прооперировали больше 200 пациентов, но без ложной скромности можно сказать, что это наибольший опыт сейчас в России за последние годы, то вы видите, что количество прооперированных феохромоцитом большого размера, оно уже не так велико, что подавляющее большинство пациентов приходит с новообразованиями, но уже меньших размеров. От 2 сантиметров, ну, таких пациентов было всего лишь несколько. Но я включил, потому что меньших размеров просто у нас не было. Основной размер феохромоцитом начинается от 3 сантиметров. И вот феохромоцитом 3, 3,5, 4 сантиметра, они вот составляют сейчас вот основной костяк наших новообразований феохромоцитом. То есть это говорит о том, что мы стали лучше понимать эту болезнь, мы стали лучше ставить диагноз, и внедрение точных методов такой топической диагностики, как КТ, МРТ, точность УЗИ, все это позволяет поставить диагноз на более ранних сроках. И если отметить
возраст, при которых встречаются какие размеры, то для более молодого возраста характерны меньшие размеры, для большего возраста характерны большие размеры. То есть опухоль исподволь потихоньку растет вместе с пациентом и ждет своего коварного злобного часа, когда она может нанести фатальный удар. А наша задача врачей противостоять этому. То есть борьба добра и зла, она вечная. В 2017 году произошло такое событие, которое заставит нас поглядеть на несколько под другим углом нашу тактику лечения. Феохромоцитопы и параганглиомы теперь являются окончательно злокачественными новообразованиями. До этого считалось как, что если на момент установления диагноза феохромоцитома или параганглиома не было выявлено отдаленных метастазов, то опухоль считалась условно доброкачественной. И только лишь при обнаружении отдаленных метастазов опухоль переводилась в разряд злокачественности. Так вот, теперь все феохромоцитомы и все параганглиомы считаются злокачественными образованиями. То есть это рак. Насколько это поменяет нашу тактику лечения, насколько это повлияет наше отношение к опухоли, давайте теперь разбираться, потому что нам нужно с этим жить теперь. И если пациент спрашивает: доктор, у меня феохромоцитом, так скажите, что это, рак или нет? Мы обязаны отвечать, что это теперь рак. Но давайте посмотрим. То есть, если это раньше была доброкачественная опухоль до 2017 года, то теперь мы это можно внести в разряд как метастатически неактивную. И злокачественная опухоль, которая считалась раньше, то теперь мы можем сказать, что это метастатически активная опухоль. На что нужно обратить внимание, что 10% феохромоцитом надпочечниковой локализации считаются злокачественными, то есть и могут давать метастазы по данным литературы. И существенно больше процента для параганглиом, особенно шеи и верхних отделов средостения, то они отличаются наиболее злокачественным течением. И поэтому первое, что добавляется в наше отношение к этим пациентам, мы ведь должны за ними наблюдать. То есть мы должны проводить КТ или МРТ брюшной полости и КТ грудной клетки. То есть сделали операцию, удалили опухоль, и будьте любезны назначить КТ или МРТ на следующий год и проверить, есть ли отдаленные метастазы или нет, то есть КТ грудной клетки. Как часто? На этот вопрос я не могу вам дать точного ответа, потому что мы прооперировали достаточно большое количество пациентов. Они у нас оперируются из многих регионов России. И жизнь теперь достаточно бурная, и когда мы пытаемся отследить наших пациентов, то в ряде случаев мы просто их уже не можем найти. Они поменяли свое место жительства, они поменяли номера телефонов, и выявить истинное количество рецидивов сейчас становится с каждым днем сложнее и сложнее. Но надо все-таки как-то, наверное, работать с пациентами, чтобы они были сами более ответственны за свое здоровье, и выходили все-таки на связь и показывались. При определении тактики лечения феохромоцитом мы, конечно же, должны понимать, наследственная она или нет. То есть нужно ли обследовать ближайших кровных родственников для того, чтобы понять, что делать с ними. И если мы посмотрим, то до 18 лет это практически 80% наследственные синдромы. После 18 лет до 50%. Какие же наследственные синдромы ведут к возникновению феохромоцитом? Наиболее часто это синдром фон Хиппеля-Линдау, и там встречается феохромоцитома, о чем мы должны помнить, что если у пациента подтверждается диагноз феохромоцитома, то у него может быть гемангиобластома сетчатки, злокачественная опухоль и рак почки. Также нужно смотреть за поджелудочной железой. К сожалению, достаточно трудно поставить полноценный этот генетический синдром, потому что очень много мутаций, до 29, и все их выявить, конечно же, невозможно полностью, даже в мировом сообществе. И используются только наиболее частые.
Синдромы МЕН, МЕН-2А и МЕН-2Б. Нам нужно помнить, потому что при феохромоцитоме у пациента может быть медулярный рак щитовидной железы. И риск умереть от медулярного рака щитовидной железы может быть даже выше у этого пациента, чем умереть от феохромоцитома. Потому что описано, что при синдромах МЕН клиническое течение феохромоцитома несколько более сглажено. И нейрофиброматоз первого типа. То есть, если вы видите у пациента нейрофиброматоз, то у него также могут быть и поражены надпочечники феохромоцитомой. Вот так вот пример выглядит пациента с феохромоцитомой, у которых был в той или иной степени выражен нейрофиброматоз выраженный и достаточно, ну так вот по сравнению с соседним с фотографией, то есть не так выражен. И вот, собственно говоря, феохромоцитома вот этой пациентки, которая была прооперирована с нейрофиброматозом. То есть феохромоцитома с кистозным распадом, но тем не менее мы эту опухоль удалили буквально месяц назад. На что мы должны помнить, когда мы ставим диагноз феохромоцитома? Конечно же, мы должны произвести дифференциальную диагностику. И когда мы читаем заключение компьютерной томограммы, мы должны помнить, что клинически активная феохромоцитома, она все-таки большая опухоль. То есть в предыдущих слайдах были отмечены опухоли 2 сантиметра, но вы поймите, это опухоли, которые были найдены уже в процессе такого селективного отбора пациентов с доказанной наследственной феохромоцитомой. Когда мы нашли у одного пациента феохромоцитому, просим обследовать родственников, и у них находится маленький. То есть в большинстве своем опухоли 2 сантиметра, 1,5 сантиметра, они клинически неактивны. Именно поэтому мы не можем поставить этот диагноз феохромоцитом, потому что она попросту из себя никак не проявляет. Если бы это была бы клинически активная опухоль, то естественно, у нас бы был бы поток пациентов с столь малыми новообразованиями. Появилась жалоба, пошел пациент обследоваться, мы его пролечили, естественно, опухоль маленьких размеров. Так вот, у нас нижняя отсечка размеров опухоли начинается от 3 сантиметров. Поэтому не нужно искать опухоль феохромоцитому там, где новообразование 15 мм, потому что мы ее попросту не найдем. Она никак себя не проявит. И мы должны проводить диф-диагноз с адренокортикальным раком. Я не буду сейчас останавливаться на этом вопросе о диф-диагностике. Это было подробно разобрано на первой лекции и будет разобрано более подробно на разборе адренокортикального рака в нашем следующем вебинаре. Поэтому такая небольшая затравочка. Жду вас в следующий раз для разбора этой патологии. И также мы должны помнить о том, что феохромоцитом – это плотная опухоль, больше плюс 10 единиц Хаунсфильда. То есть если у нас есть опухоль малой плотности, жировой плотности, там феохромоцитома не будет. И даже можно не определять метанефрина. То есть, если опухоль минус 10 единиц по Хаунсфильду, сдавать метанефрина не имеет смысла, потому что феохромоцитома там по определению нет. Это вскользь прописано в рекомендациях по лечению феохромоцитома, что этот вопрос требует дальнейшего изучения. Хотя мне сложно понять, как можно изучить еще дальше, потому что жировой плотности феохромоцитома так до сих пор никто и не нашел. Так вот выглядит феохромоцитом по УЗИ. Обратите внимание на жидкостные включения. При феохромоцитоме жидкостные включения достаточно правильной формы. При злокачественных новообразованиях они неправильной формы. Это такой один из таких достаточно ярких ключевых моментов. Опять большая опухоль и опять же жидкостное включение правильной формы. Очень много может дать компьютерная томограмма. Ее лучше все-таки смотреть самим. Я настойчиво призываю, как делать УЗИ щитовидной железы самому, так и смотрите диск из компьютерной томограммы. Если УЗИ аппарата, может быть, у вас нету, то посмотреть диск есть возможность у каждого. Опять же, другая опухоль, опять же,
полости с распадом. Вот опять же полости с распадом. Вот эти проекции, сагитальные проекции. Обратите внимание, феохромоцитомы, особенно слева, они часто очень залегают в воротах почки. Это тоже один из таких основных симптомов по КТ. Обычно это нигде не описано, но я думаю, что мы это опишем в нашем ближайшем будущем. Активное кровоснабжение. Видите, какой сосуд питает опухоль размером 11 сантиметров. Он практически равен почечному сосуду. Вот, но если мы не выставим вот такой вот режим, то есть если мы сами не залезем в программу КТ, то мы это не увидим. А для нас, хирургов, естественно, очень важно, как прилегают сосуды кровеносные. Поэтому очень важно, особенно для хирургов, все-таки самим смотреть компьютерную томограмму. Вот двусторонние феохромоцитомы. Обратите внимание, очень часто возникает вопрос, можно ли провести резекцию надпочечника? Можно ли выполнить органосохраняющую операцию? Для этого лучше всего на предоперационном этапе посмотреть, есть ли вообще такая возможность. В этом случае мы не видим оставшейся нормальной ткани надпочечника. Она уже вся распластана по опухоли. А в этом, слева, мы видим прекрасно сохранившуюся половинку надпочечника. И у этой пациентки мы провели операцию, выполнили двустороннюю адреналоктомию и оставили половину надпочечника. К сожалению, надпочечниковая недостаточность у данной пациентки все-таки развилась. Но, тем не менее, имеется какой-то запас прочности. Она не абсолютная. То есть, если возникает, не дай бог, какая-то критическая ситуация или кончаются таблетки, у этой пациентки есть шанс все-таки еще как-то посуществовать без таблеток. А вот рецидив феохромоцитомы. Это пациентка 82 лет, и она сейчас находится на наблюдении, на динамическом. Мы не стали ее оперировать, потому что на момент удаления прошлой опухоли 6 лет назад опухоль была размером 5 сантиметров. Она уже тогда была соматически крайне тяжела, и мы с большим трудом ее взяли на операцию. И сейчас данная пациентка получает 1 мг дексазозина, и клинически она, и гемодинамически она полностью стабильна. Проводится динамический контроль. А вот параганглиома. Вы видите аорта, и параортально располагается небольшое образование размером около 2 см. Оно было удалено. Я хотел бы напомнить, что параганглиомы, они не могут производить адреналин. Они производят только норадреналин. Это очень важно, потому что нету возможности работы фенолэтиламин N-метилтрансфераза, который работает только при кортизоле. В параганглиоме неоткуда поступать высоким концентрациям кортизола. Это может быть только в надпочечнике. Поэтому параганглиома вырабатывает только норадреналин. Несколько интереснейших клинических наблюдений. Начну с этого. Это пациентка молодого возраста. У нее была опухоль около 8 сантиметров. И вы видите разрыв опухоли. Вот, видите, опухоль. И вот здесь вот паравертебрально произошел разрыв с массивным кровотечением. Эта пациентка была прооперирована ретроперитонеоскопически. То есть через небольшие проколы со стороны спины. И благополучно выписано. Были сложности с восстановлением уровня гемоглобина, но тем не менее операция произошла малотравматично. Видите, имбибиция жировой клетчатки кровью. Вот пациентка достаточно худенькая, видите, здесь как бы нет практически жировой клетчатки, а здесь вся жировая клетчатка пропитана кровью. Она поступила к нам на вторые сутки после кровотечения. Пациентка везучая, потому что обычно такие пациенты, собственно говоря, погибают от этого. Опухоль посередине. Видите, насколько яркая это гематома. Это пациент поступил к нам с опухолью размером 7 сантиметров. Видите, здесь на линейке, можно представить, что опухоль уже 5 сантиметров, то есть она уменьшилась в размерах. История такова, что пациент, мы уже собирались оперировать, я уже сделал надрез, и еще не успел ни ставить
аорт, ничего не успел сделать, у пациента развился гипертонический криз. Артериальное давление поднялось до 250, до 300, и анестезиологи не могли ничего поделать. Криз продолжается, не падает, продолжается и продолжается. Было принято решение остановить оперативное лечение, я наложил один кожный шов, и в течение суток давление не спадало. Анестезиологи делали героические усилия. Хотел бы отметить, что без наших доблестных анестезиологов вообще вся хирургия феохромцитом невозможна. Так что большое отдельное спасибо заведующему отделению анестезиологии Кулешову Олегу Владимировичу и его персоналу, который владеет гигантским опытом в лечении данной патологии. Так вот, пациент на следующие сутки удалось справиться с некупируемой такой артериальной гипертензией. И спустя 4 дня мы делаем повторную компьютерную томограмму, и мы видим, что опухоль была 7 см, а стала 5. То есть произошло спонтанное кровоизлияние в феохромоцитом и распад опухоли. Из-за этого произошел массивнейший выброс катехоламинов, который привел к такой вот некупируемой гипертензии. И опухоль практически погибла. Мы сделали повторную операцию спустя 5 дней после нашей первой попытки, и артериальное давление даже не шелохнулось, не поднялось ни на йоту. То есть погибла практически вся хромофильная ткань. И мы видим здесь вот свежий некроз опухоли. А вот в этом углу опухоли, в этом углу мы видим опухоль, которая уже со старой гематомой. Вы видите, что она носит характер образовавшейся. То есть здесь пациент перенес криз на ногах, и феохромоцитома представляет собой практически целиком сгусток. Но все равно остается незначительная ткань по периферии, которая все-таки выделяет гормоны и дает какую-то незначительную симптоматику. То есть вы видите, вот так вот три стадии развития кровотечения из опухоли. Свежий разрыв опухоли, только вот образовавшуюся некроз опухоли, и уже сформированный сгусток. Я считаю, что такое вот очень интересные эти наблюдения. А вот слайды, которые демонстрируют множественную феохромоцитому при эндокринной неоплазии, когда поражается полностью весь мозговой слой. Вот почему мы должны всегда предупреждать пациентов о том, что, оставляя участок макроскопически здорового надпочечника при МЭН, у него всегда будет рецидив. Вы видите, что каждый участок мозгового слоя поражен феохромоцитомой. Каждая клеточка в зашедших стадиях – это феохромоцитома. Видите, как виноградные грозди. Из каждого участка мозгового слоя выросла своя феохромоцитома. Сцинтиграфия с метайодобензилгуанидином при феохромоцитоме. Я считаю, что это достаточно такой вот очень вспомогательный метод, он хорош только тогда, когда мы ищем рецидив феохромоцитома. Почему? Потому что феохромоцитома – это крупная опухоль. Крупная опухоль всегда видна по компьютерной томограмме. То есть, если у пациента при проведении компьютерной томограммы всего тела, малый таз, грудная клетка, живот, мы не находим никаких новообразований, то шансы на то, что мы найдем это при сцинтиграфии, достаточно малы, потому что не бывает такой опухоли, которая видна при сцинтиграфии и не видна при компьютерной томограмме. На что бы я хотел обратить внимание, что если вы все-таки планируете выполнение сцинтиграфии с метайодобензилгуанидином, то нужно пациенту дать раствор люголя, потому что это все-таки метайодобензилгуанидин базируется на молекуле 121 йода, и нужно, чтобы он не захватился щитовидной железой, поэтому ее нужно заблокировать люголем. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что лабораторная диагностика иногда вместо палочки-выручалочки, она дает нам, скажем так, пищу для проведения детективного расследования. Потому что бывает так, к сожалению, что не всегда соблюдается технология сбора анализа и выполнения анализа. Бывает так, что пациент забывает добавить консервант в мочу.
Бывает так, что по ряду причин лаборатория не добавляет соляную кислоту. И поэтому мы должны клинически подходить к оценке интерпретации наших анализов, как бы это ни звучало. Потому что бывает так, что надо на себя взять иногда смелость, направить все-таки пациента на повторное исследование. Мы поговорим об этом чуть позже, но все-таки это прописано даже в клинических рекомендациях, что нужно, чтобы было двукратное повышение уровня метанефринов. Поэтому акцентируйте внимание пациентов, иногда можно даже самим прописать, что необходимо добавить консервант, и поэтому это важно. Если мы говорим о том, что мы хотим взять метанефрины в крови, конечно же, это более удобный анализ, чем собирать за сутки мочу, добавлять кислоту, нести в лабораторию. Но мы должны помнить, что анализ должен браться в положении лежа после 30-минутного горизонтального положения. И об этом нужно сказать пациенту и прописать в направлении. Потому что иначе пациент придет, у него возьмут анализ, естественно, никто не захочет. Ну, не то чтобы, естественно, никто не захочет, но об этом могут забыть в пунктах забора крови на анализ крови на метанефрины, врачи-лаборанты. Когда же все-таки можно не определять метанефрины? Моя точка зрения, она не может быть основополагающей, но, тем не менее, я не рекомендую анализы крови на метанефрины и мочи суточной, если опухоль жировой плотности. Я не нашел в литературе ни одного случая описания жировой плотности феохромоцитома. Поэтому я считаю, этот анализ можно не назначать. И в том случае, если опухоль меньше 15 мм. Сейчас у нас идет бум на образование размерами 11-12 мм. Но, к сожалению, при этом буме у нас нет бума диагностики 12-мм феохромоцитом. Почему? Не потому, что их нет. Потому что они клинически незначимы, и мы их... Я считаю, что не нужно искать. Точно так же, как мы не пунктируем все узлы в щитовидной железе размером 5 мм. Нет, не потому, что не может быть 5-мм рака щитовидной железы, а потому, что 5-мм рак щитовидной железы папиллярный никому еще не принес вреда. Наряду с метанефринами также иногда приходят пациенты с другими анализами, которые мы раньше использовали для диагностики феохромоцитома. Доказано, что они уже устарели, имеют меньшую чувствительность и специфичность. Это анализы мочи на адреналин и норадреналин, и тем более кровь на адреналин и норадреналин. И особенно не надо пациента заставлять сдавать эти анализы после криза, что особенно неприятно пациенту. И определение валинилмедальной кислоты в моче. Итак, мы поставили диагноз феохромоцитома. Что же мы должны дальше делать? Пациенту назначаются альфа-блокаторы. История назначения альфа-блокаторов берет свое начало в 60-х годов, когда смертность при удалении феохромоцитом достигала почти 50%. То есть такая колоссальная смертность. Это жуть. Шло время, продолжалась подготовка альфа-блокаторами. И если обратить внимание, то смертность и количество осложнений снижается. То есть, если обратить внимание, что в 60-е годы 45%, потом 15%, потом около 10%, и уже начиная с 2000-х годов, эта смертность практически нулевая. Здесь приведена смертность в городе Эссен, это клиника профессора Вальца, прооперировано 326 пациентов, смертность 0. Если взять нашу клинику, прооперировано уже более 200 пациентов, эта статистика была подготовлена мною в прошлом году, мы уже прооперировали, перешли цифру 200, и также, слава богу, смертность 0. Возникает вопрос, это... свойства кордуры так улучшаются или улучшился механизм ее назначения, мы стали лучше понимать назначение альфа-блокаторов, или это какие-то сторонние силы влияют на это. Мое мнение, что это все-таки сторонние силы влияют на это, и немалая заслуга в этом, естественно, развитие возможности анестезиологического пособия.
Поэтому в клинических рекомендациях прописано все-таки давать пациентам альфа-блокаторы, потому что это снижает чувствительность альфа- и бета-рецепторов к катехоламинам. И нарушать, и если у пациента имеет нарушение ритма, то не забывать и об бета-блокаторах, это очень важно. Длительность. Такой сложный вопрос. В литературе пишут от 6 дней, в наших клинических рекомендациях, от 2 недель по достижению критериев эффективности. И какие же критерии эффективности у нас имеются? Это нормализация уровня артериального давления, достижение целевых значений по ритму сердца и ликвидация гиповолемии. Если мы берем средне-тяжелую или тяжелую форму феохромцитом, то тут более-менее все понятно. Пациент действительно чувствует себя лучше, уменьшается количество приступов, уменьшается артериальное давление и нормализуются резервные возможности миокарда, особенно это когда речь идет о тяжелых формах. А если мы говорим о легких формах, к примеру, опухоль 3 см, это молодой пациент, у которого приступ раз в месяц возникает, и вот так вот у него случайно, то какой же критерий? У него и так нормальное артериальное давление между приступами, нормальный ритм, нормальный ЧСС и никаких признаков гиповолемии. Что я хотел бы сказать, что я бы вам порекомендовал, если вы специалист амбулаторного звена, не брать на себя ответственность по критериям подготовки альфа-блокаторами данного пациента. И отдать это в руки специалиста, которого вы направили данного пациента. Потому что вы же будете наверняка направлять этого пациента в центр эндокринной хирургии. Потому что оперировать эти пациенты на общехирургическом отделении, ну, честно говоря, я считаю, это неправильно. И данный специалист уже будет вести этого пациента, он будет к нему ходить, и он уже будет это видеть. И поэтому по длительности лечения, по регулировке дозировки, я бы все-таки порекомендовал это отдать на госпитальный этап, на хирургу-эндокринологу. Очень важно, чтобы была подготовлена анестезиологическая служба. Я бы даже сказал, это не то, что очень важно, я бы это сказал, краеугольный камень. Как бы это ни звучало, опухоль феохромоцитома для хирурга с хорошими мануальными навыками, с хорошим аппаратным обеспечением, ее удаление практически ничем не отличается от удаления опухоли гормональной неактивной опухоли надпочечника. А работа для анестезиолога – это принципиальная разница. Очень важен инвазивный контроль гемодинамики, потому что во время операции артериальное давление может меняться буквально за секунды. Я считаю, что преступлением оперировать феохромоцитому с неинвазивным контролем системной гемодинамики. То есть, когда даже производится замер артериального давления с помощью манжетки, даже раз в минуту, врач может потерять эту анестезиологу драгоценную минуту, а уже давление будет выше 200, и может произойти фатальное осложнение. Поэтому обязательный контроль инвазивной гемодинамики. Вопрос о том, что же изменилось, что дало толчок к уменьшению количества осложнений, он, честно говоря, пришел в голову не мне первому. Он пришел немецким коллегам, профессору Мартину Вальцу и группе его коллег, эндокринологов. И они провели такое вот исследование, которое взбудоражило всю эндокринную общественность. Прооперировано 276 пациентов. 110 пациентов с подготовкой альфа-блокаторами и подавляющее большинство пациентов без подготовки. Работа непростая, достаточно много вопросов. Действительно, пациенты, которые не получали подготовку, размеры опухоли были не очень большими, они были где-то около 4-5 сантиметров. Но, тем не менее, ни одного случая осложнения у этой группы пациентов, которые прооперированы без подготовки, не было отмечено. И я хотел бы предостеречь о том, чтобы вы не обольщались. Дело в том, что клиника профессора Вальца является ведущей клиникой по адреналоктомии в мире, одной из ведущих.
Мы обладали методикой, посетив эту клинику, и мы переняли этот опыт. И мы тоже, можно сказать, являемся одной из экспертных клиник в России и в Европе. На данный момент мы делаем больше всех операций на эндокринной системе в Европе в целом. Нами действительно были отмечены недостатки предоперационной подготовки, которые, ну, будоражат умы врачей. Потому что если происходит достаточно адекватная подготовка, то все-таки гиповолемия ликвидируется не полностью. Может быть возникать явление гипотензии. Если вы назначаете кордуру или дексазозин, у пациента может возникнуть явление пониженного давления, особенно ортостатического характера, когда он только встал с кровати, и у них может даже закружиться голова от этого. Как можно с этим бороться? Бороться с этим достаточно просто. Нужно рекомендовать пациенту ношение компрессионного трикотажа, то есть пациент на ночь одевает компрессионный трикотаж, спит, и когда он встает, у него кровь не депонируется в нижних конечностях. Это достаточно эффективный прием. И также увеличение потребления соли, то есть увеличение, ну не то чтобы увеличить, там есть постоянно соленые огурцы, но не ограничивать себя, или можно чуть-чуть все-таки огурцов добавить. И это приводит к увеличению объема ОЦК. И это точно так же компенсирует вот возникновение вот этой постуральной гипотензии. То есть вы этим можете пользоваться при назначении кордуры. Эмпирический подбор дозировки. Когда мы должны остановиться в увеличении дозировки? Это тоже достаточно большой вопрос, почему я говорю, что на амбулаторном этапе лучше все-таки не брать на себя эту функцию и отдать на откуп врачам госпитального звена, которые будут, собственно говоря, этого пациента оперировать. Очень неприятно работать анестезиологом после того, как убрали опухоль и перестал идти этот выброс огромный катехоламинов, падает выраженный индекс периферического сопротивления, сосудистое русло расширяется, и у пациента возникает выраженная гипотония. Также пациенту достаточно долго нужно вводить катехоламиновую поддержку в послеоперационном периоде. И самый главный недостаток, это не то чтобы недостаток, никто не говорил о том, что это будет, но это не избавляет от подъема артериального давления во время операции. Бытует миф, что если пациент получил хорошую подготовку, он получал месяц-два подготовку альфа-блокаторами, то он избавлен от подъема артериального давления во время операции. И если складывается такое впечатление, что до предоперационной подготовки вот кривая артериального давления будет у пациента выглядеть вот так вот. А если он получал подготовку, то она будет такая вот гладкая, ровная и красивая. И анестезиологи будут вот довольны и счастливы, они будут работать. Так вот, это неправда. Кризы случаются у пациентов и с подготовкой, и без подготовки. Наша клиника выступала совсем недавно, в 2019 году, на последнем съезде эндокринных хирургов, где мы обсуждали вопросы об индивидуальном подходе, то есть мой доклад, он носил немножко такую провокационную тематику, то есть президент Ассоциации эндокринных хирургов Дмитрий Генрич Бельцевич специально дал мне такой вот доклад, где мы рассказывали версию против подготовки, как бы имелось в виду, альфа-блокаторами. Но на самом деле мы были против стандартизированного подхода, когда дается только одна кордура. Пациенту с феохромоцитомой мы против такого вот моноподхода. Должен быть всегда быть комплексный подход. Мы хотели предложить о том, что, может быть, провести какое-то параллельное исследование, чтобы бы включились другие центры в этот вопрос. Возможно ли введение пациентов без кордуры, без подготовки. Единогласно было принято решение против этого, поэтому я вас призываю не экспериментировать, и пока вот мы все-таки не придем к какому-то консенсусу на уровне ассоциации эндокринологии, эндокринологов по эндокринной хирургии, проводить по предоперационную кордуру или другими препаратами, альфа-блокаторами в предоперационном периоде. Количество наших операций, то есть мы за последние годы сделали около 200 операций, то есть каждую неделю в нашей клинике оперируется один или несколько пациентов с феохромоцитомой.
очень важно применение постоянного инвазивного контроля гемодинамики. Поэтому очень важно, чтобы операции делались в специализированной клинике, где не только хирург есть с обладающими мануальными науками, но и самое главное, чтобы с ним в паре работал анестезиолог, который владеет этой информацией об этих пациентах, знает о всех подводных камнях, поэтому направляйте пациентов только в специализированные эндокринные центры. Всем больным показана, еще раз повторюсь, предоперационная блокада альфа-1 рецепторов. Феохромоцитома и беременность. Коротко скажем, достаточно редкая ситуация, но она все-таки встречается. Точно так же проводится альфа-блокатор, альфа-блокада препаратами кордуры. И достигается путем такого эмпирического подбора, когда стабилизируется гемодинамика у пациентки и проводится родоразрешение. Оптимальным выбором для родоразрешения является кесарево сечение, когда мы минимизируем механическое давление, то есть во время схваток повышается внутрибрюшное давление, естественно, давление на феохромоцитому тоже. И из нее выдавливаются катехоламины, что приводит к кризу. И поэтому лучше все-таки делать кесарево сечение. Есть опыт при благополучного родоразрешения естественным путем. Что делать с феохромоцитомой? Если не наблюдается каких-то выраженных нарушений гемодинамики во время кесарево сечения, то проводить одномоментную операцию можно не проводить ее. Можно это отнести на более поздний период, то есть пациентка родила, кормит малыша, потому что первые несколько месяцев наиболее важны для этого маленького человечка. Но пациентка получает кордуру. И спустя несколько месяцев, когда пациентка восстановилась после родов, уже можно проводить эндоскопически это вмешательство. Так что, но родоразрешение должно производиться в крупных специализированных центрах, где есть возможность хирургической помощи. То есть не только родильный зал, но и, собственно говоря, чтобы были привлечены хирурги, которые могли в любой момент подключиться. Органосохраняющие операции при феохромоцитоме. Они возможны в случае малых размеров новообразования. Если принимать во внимание, что теперь это злокачественная опухоль, то риски рецидивов при новообразованиях малых размеров, а органосохраняющие операции невозможны при феохромоцитомах малых размеров, то есть где-то до 3 см, где, грубо говоря, есть что оставить. Вот. И при наследственных формах. И эти данная тактика не противоречит клиническим рекомендациям. Если воспользоваться нашим опытом, нашим алгоритмом лечения, то как мы поступаем, то есть устанавливается диагноз, мы сами ведем прием и курируем этих пациентов, то есть эндокринологи знают, которые курируют, ну, сотрудничают с нашей клиникой, то есть если они отдали пациента нам, то мы, грубо говоря, снимаем с них головную боль по поводу ведения этого пациента до операции, то есть сами подбираем кордуру, сами назначаем дозировку, сами оцениваем, сколько ее и как долго назначать. Пациент поступил, все пациенты с феохромоцитомой у нас проходят предварительную подготовку в отделении реанимации. Пациенту устанавливается инвазивный контроль гемодинамики. В тяжелых случаях это не только интраартериальная гемодинамика, устанавливается контроль системной гемодинамики, где мы можем оценить индекс периферического сопротивления сосудов, и мы можем подумать, надо ли скорректировать, надо ли пациенту давать накануне операции альфа-блокаторы, или уже у него достаточно заблокировано русло. Это, в этом отношении нам очень помогает как раз контроль системной гемодинамики. И обязательно пациенты после операции также проходят наблюдение и послеоперационную ранее терапию в условиях реанимации. Здесь я хотел бы представить кадры, как делается однопортовая адреналоктомия с сохранением части надпочечника. Честно говоря, когда мы не посетили, до посещения, видите, разрез составляет всего лишь шириной в два пальца, практически 25 мм. Как это все выполняется? То есть я считал, что это невозможно. То есть вот видите, ставится всего лишь один рабочий порт,
и что всего лишь одним инструментом можно провести операцию по удалению надпочечника. Ну вот, грубо говоря, с неким, конечно же, монтажом за несколько минут мы просмотрим операцию от начала до конца. Вы видите, что мы попали в забрюшинную клетчатку. И уже мы сразу выходим на почку. Нам нет необходимости мобилизовывать петли кишечника, селезенку или печень, что, естественно, снижает количество интраоперационных осложнений, связанных с повреждением как раз этих органов. А эти осложнения встречаются, кровотечение из селезенки, кровотечение из печени встречаются, перфорация петель кишечника бывает иногда. И вот так вот за такой легкой беседой мы уже вышли на надпочечник. Вот это нижний полюс надпочечника. Что очень принципиально при операции на надпочечниках с забрюшинным доступом, мы убираем сначала артериальные сосуды, которые питают опухоли. Раньше считалось, что надо пересекать сначала центральную вену. Но я уже говорил ранее, что вена-то может быть не одна опухоль, и сброс катехоламинов может быть и через другие опухоли, через другие вены. Но если мы пересечем артерии, которые питают опухоль, то, грубо говоря, уже выливаться нечему будет из опухоли. Опухоль будет обескровлена. И происходит более плавное снижение концентрации катехоламинов, когда мы сначала пересекаем артерии, кровь, опухоль обескровливается, и уже не так много выделяется катехоламинов. А вот здесь вы видите центральную вену надпочечника. Вот именно через нее происходит, ну, более 80-90% сбросов катехоламинов. Что будет, если пересечь ее? Катехоламины перестанут поступать в кровоток. Вы видите, операция идет практически бескровно. Мы с помощью электрохирургического прибора Лигашу проводим ее бескровно. Забрюшинный доступ позволяет это сделать. При лапароскопии это не совсем так. Если вы посмотрите в Ютубе операции, то они все-таки несколько более кровавые. Конечно же, я здесь выбрал наименее кровавую операцию, но действительно большинство операций происходит практически бескровно. То есть мы лишаем опухоль кровеносных сосудов. Видите, они подходят здесь, питают ее. А мы их вот так вот завариваем и пересекаем. Это все позволяет делать прибор Лигашу. Что я делаю сейчас? Ну, имеется в виду на операции, я нахожу границу между опухолью и здоровой тканью. А теперь с помощью этого прибора я коагулирую данный сосуд. Коагуляция настолько надежна, что позволяет обойтись без применения титановых клипс. Сосуд пересечен. И что я говорю в этот момент анестезиологу? Центральная вена пересечена. Я вообще-то об этом говорю намного раньше анестезиологу, чтобы он успел подготовиться. Потому что с этой секунды артериальное давление будет стремиться вниз у пациента. И анестезиолог должен быть готов к тому, что ему нужно вводить симпатомиметики, чтобы поднять сосудистый тонус и поднять давление. Вы видите, я коагулирую ткань надпочечника между опухолью и, собственно говоря, здоровой тканью надпочечника. Вот она проглядывает здоровую, вот оранжевого цвета надпочечник. Происходит коагуляция, и мы отсекаем эту опухоль по границе с нормальной тканью надпочечника. То есть вот так вот, одним инструментом всего лишь, уже накоплен большой опыт, то есть когда мы удаляем опухоль размером до 5 сантиметров через один вот такой вот прокол, то есть это, ну, я считаю, что это наименее травматичная операция. Мы поговорим о выборе операции в следующем вебинаре, какой же все-таки выбор лучше. Но я считаю, что операция выполнена всего лишь через 1-2-3-сантиметровый прокол. Всегда менее травматична, чем операция, выполненная через несколько проколов. А так вот мы потихонечку уже удаляем феохромоцитом. То есть мы практически отсекли опухоль. Операция идет все так же бескровно. И нам нужно будет потом эту опухоль удалить. Очень многие спрашивают, как вы удаляете 5-сантиметровую опухоль через разрез в 2-3 сантиметра. Ответ прост. Мы удаляем этот
это новообразование с помощью специальных контейнеров, куда погружается опухоль, и этот контейнер выворачивается через маленький прокол на поверхность, и, грубо говоря, мы разрушаем эту опухоль. Здесь я показываю, что сохранена диафрагмальная вена, то есть которая также впадает в почечную вену, и питание диафрагмы не нарушено. Видите, насколько большой кусок ткани надпочечника оставлен, практически половина надпочечника оставлен. Я считаю, что все-таки полтора надпочечника для пациента это лучше, чем один надпочечник, потому что даже при удалении феохромоцитомы у пациентов может встречаться явление надпочечниковой недостаточности. Вот здесь вы видите, как мы помещаем контейнер в нашу операционную полость, и с помощью, так сказать, ловкости рук она погружается в этот сачок. Именно по этой причине меня не пускают владельцы игровых автоматов, которые вытаскивают игрушку. Я, конечно, шучу, но так вот такая некая аналогия имеется. Вот так вот мы погрузили опухоль в контейнер, и контейнер затягивается за вот этот вот хомуток, герметизируется и вытаскивается. Это очень важно, потому что если, не дай бог, опухоль повреждается, то есть повреждается ее целостность, то существует опасность диссеминации опухоли. Видите, так вот выглядит конечный вид операционной раны. Вот, всем спасибо, ставьте лайки, как говорится. Разрез всего лишь вот, шириной 2 сантиметра. Поэтому очень важно, когда вы встречаете пациента уже после адреналоктомии, готовьтесь к тому, что этих пациентов будет больше. На животе спереди никаких рубцов не будет. Методика ретроперитонеоскопической адреналоктомии набирает обороты. Я думаю, что она станет золотым стандартом. И надо смотреть на спину пациента, нет ли там у него маленького 2-сантиметрового разреза. Вот КТ данной пациентки. Видите, здоровый надпочечник таких достаточно больших размеров. И вот размер опухоли, который мы удалили. Вот так вот выглядит двусторонняя адреналоктомия. То есть один разрез 2 сантиметра здесь и два разреза сантиметром, два сантиметра с другой стороны. А если представить, что это двусторонняя лапароскопическая адреналоктомия, это 4 или 5 проколов с одной стороны и 4 или 5 проколов с другой стороны. То есть, если взять на круг, получается 8 или 10 проколов. Или 2 прокола. Большая разница. Клинические ситуации. Итак, на образование на почте. Мы рассказали теорию, все хорошо, а теперь давайте разберемся, как же происходит все на самом деле в жизни. На образование надпочечник размером 12 мм. И у пациента при анализе там, крови или мочи отменяется, например, трехкратное повышение метанефринов. Наши действия, например, отправить его сразу на операцию? Нет, не надо отправлять пациента на операцию. Нужно пациента отправить на повторный анализ крови или мочи. Потому что я, честно говоря, ни разу не видел 12-миллиметровый феохромоцитом с повышенными метанефринами. Возможно, в теории она существует, которая вот выдаст значимое повышенное количество метанефринов. И опять же, 12-миллиметровый феохромоцитома клинически никак не проявляется. Можно понаблюдать за этим пациентом, ну, пускай она чуть-чуть подрастет хотя бы. Но это время пациент находится. Помню о том, что феохромоцитома медленно растущая опухоль. То есть, наблюдая за этим пациентом, мы можем дождаться, когда на образование достигнет когда хотя бы размеров там, 15 мм, 20 мм, даст какие-то повышенные анализы, и тогда, может быть, у этого пациента выявится феохромоцитома. Но в большинстве случаев это просто аденома. Иначе были бы случаи в литературе выявление таких феохромоцитом. На образование надпочечника размером 33 мм по плотности минус 10 единиц Хаунсфильда и отмечается двукратное повышение метанефринов. Наши действия. Отправить пациента на операцию? Нет. Мы помним о том, что опухоли плотностью минус 10 жировой плотности не могут быть феохромоцитом. Для пущей уверенности мы вставляем диск в компьютер. Сами ручками смотрим, перепроверяем плотность, видим, что опухоль жировой плотности, и
успокаиваем пациента, говорим о том, что это лабораторный артефакт, что у новообразования жировой плотности не может быть повышения метанефрина, что это не феохромоцитома. Также помним о том, что вне надпочечниковые феохромоцитомы, которые в 80 случаях параганглиома располагаются в брюшной полости, а по описанию КТ там тоже ничего не описано, нету. И о том, что с новообразованием надпочечники может встретиться гормонально активная параганглиома в малом тазу, таких случаев не описано, отправляем пациента спокойно домой. Если мы встречаем такое вот описание, новообразование левого надпочечника достаточно крупных размеров, там, например, 3 см, с жидкостными включениями плюс 22 по Хаунсфильду, интенсивно накапливает контраст, и уровень метанефрина в норме. Мы сами посмотрели диск, и у нас что-то не укладывается в голове. А вдруг это феохромоцитома? Но уровень метанефрина в норме. Отправьте пациента на повторный анализ метанефринов. Подтвердите это, что у него будут нормальные они. Потому что если хоть какие-то сомнения о том, что это феохромоцитома, это кардинально меняет анестезиологическую тактику. Анестезиолог должен знать о том, что эти риски есть. Поэтому, если есть сомнения, что анализ лабораторный ошибочный, повторите его. Не стесняйтесь этого делать. От этого будет зависеть жизнь пациента. Либо мы можем сделать напрасную операцию, либо можем упустить важные аспекты предоперационной подготовки. Поэтому крайне важна КТ-семиотика. КТ-семиотика при феохромоцитоме – это также важна, как и лабораторная диагностика. Гиперкортицизм. Нельзя не начать. Я все-таки русский человек, россиянин, и поэтому начну с Николая Михайловича Яценко, который был извините, пожалуйста. Он изучал, был нейрохирургом, изучал опухоли головного мозга, он был неврологом. И он в 24-м году описал опухоль, которая была сходна с клинической картиной синдрома Кушинга. И Харви Кушинг, который также описал эту симптоматику, он также внес очень большой вклад, помимо описания синдрома Кушинга, в развитие анестезиологии. Он ввел понятие наркозной карты. Почерк анестезиологов, как вы видите, не изменился с тех лет. И ввел понятие анестезистки. Синдром гиперкортицизм, он делится на две большие группы. На КТГ-зависимые, КТГ-независимые. КТГ-зависимые – это аденома гипофиза и синдром эктопической продукции КТГ. А КТГ-независимый, он связан с патологией надпочечников. Это либо опухоль надпочечников, либо гиперплазия надпочечников. Так, это заслуги Харви Кушинга, о них я уже сказал. И вот эта историческая фотография в 1932 году. Фотографии Яценко я, к сожалению, не нашел. Но вот так вот выглядела тогда пациентка. Если говорить про КТГ-зависимый гиперкортицизм, то у них есть такая разница, что уровень КТГ у них достаточно отличается. При патологии гипофиза уровень повышения его помягче, если можно так сказать. А при эктопической секреции КТГ, особенно при мелкоклеточном раке легких, ярко выраженная секреция КТГ. И она практически не подавляется при пробе с дексаметазоном. То есть, если при патологии гипофиза отвечается еще какое-то небольшое снижение уровня КТГ, при эктопии это практически никакого движения. Это важно. Говоря о том, об КТГ-независимом гиперкортицизме, мы должны помнить, что это может быть рак надпочечников. Гиперкортицизм, к сожалению, является первым звоночком и единственным звоночком адренокортикального рака. И поэтому мы должны об этом помнить. Об этом мы поговорим более подробно в диагностике лечения адренокортикального рака в следующем нашем вебинаре.
приходите к мониторам, послушаем. И это важно. Мы должны помнить о том, что кортизол в плазме крови у нас находится в большинстве своем в связанном состоянии. Он обеспечивается белком-переносчиком транскартином. И очень важное звено в патогенезе гиперкортицизма – это кортизол-кортизоновый шунт. Из-за этого при гиперкортицизме возникает гипокалиемия. Мы должны об этом помнить, что при гиперкортицизме, при болезни Кушинга, при синдроме Кушинга, может быть гипокалиемия. Если мы ее не устраним, то мы можем столкнуться с большими проблемами во время операции. То есть могут возникнуть нарушения работы сердца, ритма сердца, связанные с гипокалиемией. То есть с чем это связано? Это связано с работой 11-бета-стероид-дегидрогеназы, которая блокирует, защищает почку от избытка кортизола. То есть она переводит кортизол в неактивный кортизон. Потому что кортизол инвитро, то есть в пробирке, обладает такими же минералокортикоидными качествами, как и альдостерон. И поэтому, если кортизол адекватное количество, то почка справляется с этим. Если кортизол в избытке, то кортизол пробивает эту защиту и действует на почку как альдостерон. И пациент теряет калий. И мы должны об этом помнить. Какие же патологические действия оказывает кортизол на ткани? Это катаболический гормон. Он разрушает и подавляет активность фибробластов. Ткани теряют свою механическую прочность. Кожа как пергамент. Она вот такая сухая, тонкая. И, ну, я думаю, что при должном усилии, наверное, можно даже пальцем проткнуть. Потому что во время операции достаточно всего лишь одного прокола в 3 мм, чтобы вот этот прокол растянулся до сантиметра. То есть такая вот так маленькая механическая прочность тканей. Именно поэтому образуются растяжки, лопаются сосуды, потому что они хрупкие очень. Вот типичный гирсутизм, типичный вид, некоторый избыток андрогенов характерный. И стимуляция роста волос по мужскому типу у данной пациентки. Вот характерные растяжки на животе, на бедрах. Вот такое вот центропитальное ожирение. То есть вы видите, эта пациентка с таким вот лягушачьим животиком. Вы видите, какие руки у нее были толстые. Они у нее похудели, ножки. Они вот, если вы, этот пациент заходит, особенно если он там в тонких брюках или в юбке, вот эта диспропорциональность бросается в глаза. Лунообразное лицо, плетра щек. У пациентки можно отметить такое, так называемое, вдовий или бычий горб, который иногда даже, ну, некоторые хирурги убирают. Видите, эта пациентка прооперирована, и она лежит на животе. Видите, как этот жир свисает вниз. То есть такое удивительное ощущение, подходишь к пациентке, которая была необъятных размеров, весь жир стек вниз, и такая тоненькая грудная клеточка остается, вот такое вот тонкое тельце, а весь жир внизу. Когда пациент оперируется лапароскопически, весь этот жир наверху, и он давит на пациента. Когда жир внизу, этот жир не давит пациента, не давит на легкие, и анестезиологам легче работать. Обратите внимание на макропрепарат данной пациентки. Здесь мы видим макронодулярную гиперплазию, многоузловой характер поражения надпочечников. Обратите внимание, характерно очень для аденом. Они носят темный характер, темно-коричневый цвет. Если другие опухоли надпочечников гормонально неактивные, они охряно-желтые, алистером, они такие красивого охряного цвета, эти темные аденомы. Вот еще типичный представитель, лунообразное лицо, растяжки. Он еще не успел похудеть, и
руки у него достаточно крепкие. С этим пациентом мы достаточно долго боролись. Кортизол, он подавляет иммунитет, и мы его несколько раз не могли взять на операцию из-за того, что у него был такое достаточно жесткое течение пиелонефрита. То есть только мы его подготовим, возникает пиелонефрит. Только вылечим пиелонефрит, только запланируем операцию, снова пиелонефрит. Но в итоге победили между этими приступами. А вот так вот выглядят растяжки после операции. То есть уже пациент, это прошло, по-моему, 1,5 или 2 года, они побледнели, но все равно их следы остаются. А пациентка похудела, вот такой вот вид живота. Сердечно-сосудистая система. Глюкокортикоиды повышают реакцию сосудов на катехоламины. Повышается сократимость сердца, то есть возникает артериальная гипертензия. Она всегда возникает при синдроме Кушинга. На ЦНС действует. Сначала у пациентов возникает эйфория, потом возникает депрессия. После операции это тоже неприятный пациент в эмоциональном плане. Уходит избыток кортизола, который вызывал ту эйфорию, и пациенты могут впадать вот в эту депрессию. То есть эмоционально пациентам тяжело после операции, надо их об этом предупреждать, что будет, ну, непросто, надо это перетерпеть, чтобы они не думали, что они сошли с ума, а что это просто такой период, который надо будет им пережить. Жировая ткань – это центропитальное ожирение, лунообразное лицо, бычий корп, мы об этом поговорили. В ряде случаев некоторые хирурги, которые не знают эндокринную патологию, даже их оперируют таким вот образом. Кортизол в избытке на обмен кальция. Тормозятся реабсорбция, увеличивается выведение кальция с мочой, угнетается синтез коллагена, угнетается всасывание кальция, нарушается работа витамина D, у пациентов развивается остеопороз. У этих пациентов очень часто остеопороз. Итак, если подытожить, какая же такая общая клиническая картина, это гипертонический синдром, системный остеопороз, диспластическое ожирение характерное, нарушение кожной трофики, кардиомиопатия, стероидный диабет. Хочу обратить внимание, что после удаления опухоли в большинстве случаев улучшается течение сахарного диабета, в ряде случаев даже проходит. Иммунодефицит, я об этом уже сказал, страдает половая функция, энцефалопатия тоже имеет место быть. Кого же мы должны обследовать на гиперкортицизм? У кого имеются хоть какие-то симптомы, которые мы перечислили все раньше? Если к вам пришел здоровый человек, у него все хорошо, нормальное давление, нормально выглядит, просто случайно нашлась маленькое новообразование в надпочечнике, ну, жировой плотности. Должны ли мы у него искать гиперкортицизм? Я считаю, что нет. Мы должны проверить это. Но искать, я не думаю, что. Потому что если мы будем искать, то по нашей клиническим рекомендациям по гипокортицизму мы должны назначить 2 теста. Это кортизол в слюне и пробу с 1 мг дексаметазона. Есть некоторые особенности в этом, потому что здесь у нас нету АКТГ. Здесь у нас нету АКТГ. И если мы возьмем кортизол в слюне, он повышенный, например, взяли кортизол в сыворотке крови, то мы не сможем с вами ответить, это АКТГ-зависимый гиперкортицизм или АКТГ-независимый кортицизм. Пациент пришел к нам, мы его снова отправляем на определение АКТГ, на всякий случай еще, может быть, назначим анализ в крови на кортизол уже, и только потом уже он к нам придет, и мы снова будем разбираться. Потому что если мы ищем гиперкортицизм, ну, я считаю, самый бесполезный анализ – это просто определение нативного кортизола. Если мы ищем гиперкортицизм, ну, не нужно назначать просто нативный кортизол. Если мы его ищем, мы там найдем его высокий. И тогда пациент будет к нам часто ходить. Но если пациент ходит в платную клинику, ну, наверное, это правильно. Но я думаю, что мы с вами все честные врачи, и мы заинтересованы в скорейшей постановке диагноза. Поэтому я в своей практике использую, ну, я так называю его расширенный ночной подавляющий тест с дексаметазоном. Ну, слово расширенный – это моя я его так называю. В чем заключается расширенный тест с дексаметазоном? Мы определяем сначала АКТГ и кортизол нативно, потом проводится по стандартной методике пробы с дексаметазоном, то есть в 23 часа этого же дня пациент получает 1 мг. И на следующий день в этой же лаборатории, в которой он сдавал АКТГ и кортизол, мы сдаем АКТГ и кортизол после таблеток.
И у нас тогда есть пища для размышлений. Если у нас КТГ не подавился, если у нас кортизол не отреагировал, как нам хочется, мы смотрим уровень КТГ нативный и уровень кортизола нативный. Если КТГ был нормальный и после пробы он подавился, то о патологии гипофиза мы уже не ведем речи. Если КТГ высокий и он плохо подавился, мы, кстати, можем уже посмотреть, насколько он плохо подавился. Если он совсем никак не подавился, это КТГ-эктопия. Если он подавился, но не очень, то мы задумываемся о патологии гипофиза. То есть, видите, сколько плюсов у нас при проведении данной патологии. Мы не пропустим надпочечниковую недостаточность. Ну, минусы какие? Более высокая стоимость. Мы назначаем не два анализа. Ну, если так вот взять на круг, ну, пациенту там лишние 500 рублей или 800 мы ему назначим. Но зато пациент сохранит время, не заплатит за повторную операцию. То есть в нашем быстром мире иногда это решающее значение. Кому же все-таки показан стандартный ночной подавляющий тест 1 мг дексаметазона? Вот тем как раз здоровым пациентам, которые приходят к нам без всяких жалоб. Мы у них не подозреваем ни надпочечниковую недостаточность, ни гиперкортицизм. Мы просто выполняем данный тест. И если пациент, например, какой-то эмоциональный, и чтобы исключить как раз вот все эти влияния нервной системы на уровень кортизола, как раз вот для него и подойдет вот этот тест. То есть нативный кортизол мы не определяем. Стандартная проба при отсутствие каких-то внешних проявлений. Топическая диагностика основана уже на как раз результатах этих тестов. Мы либо назначаем дополнительные МРТ гипофиза, либо нет. Также помним, что нам нужно будет провести DIV-диагноз по компьютерной томограмме с адренокортикальным раком. Об этом мы будем говорить на следующем вебинаре. Какие болезни нас могут немножко привести нас в некое замешательство. Это беременность, это не болезнь, психопатические состояния, алкоголизм, стрессовые ситуации. Но они когда нас могут поставить в тупик? Когда у нас нет АКТГ. Если у нас есть АКТГ до пробы и после пробы, мы совершенно спокойно выйдем из этих непростых ситуаций. Интересный вопрос очень. Я начинаю немножко торопиться, потому что я подувлекся феохромоцитомой. Субклинический вариант синдрома Кушинга когда уровень кортизола при пробе с дексаметазоном у нас находится в той серой зоне, как раз вот от 50 до 130 наномоль на литр. Как мы должны действовать в таких ситуациях? Мы должны, во-первых, убедиться, что КТГ у нас нормальный, что это он не подавленный, и у нас есть все-таки не столь выраженные нарушения гипоталамо-гипофизарной системы на наш уровень гормонов. Если АКТГ подавлено, это все-таки в сторону плюсик в пользу операции. Если у пациента при субклиническом кушинге все-таки есть артериальная гипертензия, инсулинорезистентность, нарушение минеральной плотности костной ткани, то есть такие большие признаки гиперкортицизма, то все-таки надо склоняться в пользу операции. Если пациент полностью здоров, перед вами молодой человек, девушка, который с давлением все в порядке, с сахаром все в порядке, остеопороза нету, но у нее уровень и опухоль, например, размером 3 см, она с жировой плотности, и будем конкретными, там кортизол у нее не подавился, даст на уровне 100. Что даст нам адреналоктомия? Нормализацию давления она не произойдет, у него нормальная. Никакого клинического улучшения не произойдет. Но у этой пациентки, возможно, разовьется надпочечниковая недостаточность. И жить ей будет хуже. Пациентка находится под динамическим наблюдением. Рано или поздно, возможно, это приведет ее к клиническому гиперкортицизму. И тогда мы ее и прооперируем. До этого момента я считаю, что лучше за этими пациентами понаблюдать. То есть нам не надо делать операцию ради операции. Нам нужно улучшить качество жизни пациента.
Риски при субклиническом кушинге при удалении, при адреналоктомии достаточно высокие, надпочечниковой недостаточности. Поэтому надо все очень взвесить, это непростой момент. При подготовке этих пациентов к операции мы должны помнить о том, что у них должен быть нормальный уровень калия. Почему я уже говорил об этом помнить. Если симптоматика столь выражена у пациента, сердечная недостаточность, низкий уровень калия, мы должны назначить аналоги кетоконазола, которые в своем побочном действии блокируют цитохром P450 и нарушается стероидогенез. И у обычных людей это приводит к надпочечниковой недостаточности, у этих пациентов снижение уровня кортизола. Кстати, мы должны помнить, что мы тоже можем увлечься и ввести, как бы это ни было, ну, так не звучало, что у пациента с синдромом Кушинга при назначении больших доз кетоконазола у пациента может развиться надпочечниковая недостаточность, можем перелечить. Поэтому эти пациенты должны быть под наблюдением и, если мы сомневаемся, определять кортизол в крови. И должна быть обязательно помнить о профилактике тромбоэмболии при операции. Вот так вот выглядят макропрепараты при синдроме Кушинга. Так выглядят кортикостеромы. Это классическая темная аденома, она достаточно редка, когда вы видите, вся опухоль представлена темно-коричневой опухолью. Если мы видим темно-коричневую опухоль, исключение темного цвета, мы можем, по крайней мере, успокоиться, они никогда не бывают злокачественными. То есть такая опухоль, она всегда будет доброкачественной. Здесь вы видите срезы сквозь центральную вену, насколько толстая эта единственная вена, толстостенная какая она. Здесь тоже аденома с темно-коричневыми включениями. А так вот выглядит крупноузловая гиперплазия надпочечников. Вроде бы ничего особенного, но если вы взглянете на линеечку, то увидите, что это опухоль размером 11 сантиметров. Это гиперплазия 11 сантиметров. Ну, не без хвастовства скажу, что эту опухоль удалось удалить через один разрез 3 сантиметра. Такой вот рекорд побит. Огромная опухоль, видите, огромная центральная вена. Точно так же крупноузловая гиперплазия. О чем мы должны помнить, когда у нас есть крупноузловая гиперплазия? Если вам в описании к компьютерной томограмме пишут, что опухоль размером, к примеру, 4 на 4, то есть это круглое новообразование, то речь, скорее всего, идет об аденоме. Если вам дают описание, что опухоль размерами 1,5 на 4 сантиметра, продолговатая, специалисты КТ меряют длинник, и вот вам дают размер опухоль 11 сантиметров на 3. Это дает нам такую подсказочку, что это все-таки речь о гиперплазии. Ну, естественно, я призываю вас, прочитав заключение КТ, взять диск, вздохнуть и отправить его в дисковод, потому что это займет у вас время, минимум минут 7-8, покуда загрузится, покуда вы посмотрите, но вы тогда сами посмотрите этот диск. Следующий непростой момент, сложное заболевание, гиперальдостеронизм. То есть это клинический синдром, который развивается вследствие гиперпродукции альдостерона. Я подчеркиваю гипер, что альдостерона должно быть много. Он бывает как первичный, связанный с патологией надпочечников, так и вторичный, который связан с другими множественными факторами, но который не влияет на течение артериальной гипертензии. Первичный гиперальдостеронизм. Джером Кон, американский хирург, он изучал патологию натрия и калия, адаптации солдат в жарких странах. То есть военная доктрина, она помогает и тут движению прогресса. И он первый поставил, описал диагноз заболевания, которое влияет на обмен калия. И прооперировал пациентка, и впервые сам нашел, без всяких КТ, без всего, сам догадался, что это опухоль надпочечника. В общем, гениальный человек. Эпидемиология первичного гиперальдостеронизма пишется, что она огромная. Около 10% с артериальной гипертензией, устойчивой к терапии. Но почему-то мы очень мало видим этих пациентов, очень мало.
Вроде бы пишут, что больных много, а на самом деле вот мы как хирурги с ними встречаемся редко. Это непонятно почему. Гипокалемия – самый дешевый способ поставить этот диагноз. Вроде бы такая замечательная палочка-выручалочка, но она встречается в 50% случаев, к сожалению. Но встречается и часто. И мы должны помнить, что альдостерон у нас всего лишь 17%, а 80% это у нас идиопатический гиперальдостеронизм. То есть альдостерон, продуцирующий аденома, около 30, альдостерон, продуцирующий аденома, это у нас 30-40%, а идиопатический гиперальдостеронизм это 60-70%. Какая разница между этими заболеваниями? При аденоме страдает из-за опухоли, и мы удаляем опухоль, и человек выздоравливает. Если это гиперплазия, то страдают оба надпочечника. И хирургический способ лечения, он может уменьшить тяжесть заболевания, особенно если это односторонняя гиперплазия, то есть увеличенный надпочечник с одной стороны, но точно такой же надпочечник болеет с другой стороны. То есть в этом случае при гиперплазии надпочечников мы отдаем предпочтение все-таки консервативной терапии, то есть калий-сберегающим диуретикам. Форма бывает глюкокортикоид подавляемый, такая особая форма, когда образуются гибридные гормоны в сетчатой зоне, и подавляется это назначением дексаметазона, то есть этот тип гиперальдостеронизма, он КТГ-зависимый. Когда уровень КТГ падает, то, соответственно, уменьшается течение и этого гиперальдостеронизма. И второго и третьего это семейные типы неподавляемые типы гиперальдостеронизма, которые лечатся двухсторонней адреналоктомией. Честно вам скажу, не видел ни одного из этих трех типов редкого гиперальдостеронизма. Но они, тем не менее, есть, и мы, должны держать об этом информацию в голове. Альдостерон, поскольку мы уже опаздываем, я о физиологии несколько вкратце, то есть он увеличивает экскрецию калия с мочой. Какие же клинические проявления? Это сердечно-сосудистый синдром, нейромышечный, почечный и метаболический. Галопом по Европам. Самое важное – это артериальная гипертензия. Тут я медленно, поскольку это важно. Артериальная гипертензия носит постоянный характер. То есть у пациентов с первичным гиперальдостеронизмом артериальная гипертензия постоянная. И она выше 140. Если пациент нам рассказывает, вот вы знаете, доктор, у меня вот неделю нормальное давление 120 на 80, а потом повысилось на несколько дней, а потом снова вот нормально, то у этого пациента нет первичного гиперальдостеронизма, потому что ключевое слово – постоянно. И второе ключевое показатель – это выше 140 миллиметров. То есть, если нам пациент рассказывает, что у него давление 130, изредка оно повышается у него до 140, в клинических рекомендациях прописано. Это не мой опыт, это в клинических рекомендациях. У пациентов с артериальным давлением ниже – искать первичный гиперальдостеронизм не нужно, потому что мы можем столкнуться с низкоренинной артериальной гипертензией. Это тоже отдельная такая тема, очень непростая, где тоже косвенно все намекают, что это все связано с нарушением альдостерон-ренинового соотношения, но тем не менее это не лечится хирургически. Поэтому одним из основных вопросов мы должны для себя сами ответить. Есть ли у пациента подозрение на гиперальдостеронизм или нет? Если есть, то артериальная гипертензия должна вот носить такой вот характер. Возможно, гипокалемическая миокардиодистрофия, об этом мы должны помнить. Уровень калия должен быть нормальный перед операцией. Желательно, чтобы он был не один день нормальный, а хотя бы какое-то время, чтобы миокард успел восстановиться. Альдостерон, он обладает фибропластическим действием на сосудистую ткань сердца и вызывает кардиофиброз, гипертрофию миокарда, формирование пороков сердца. То есть это
вот таким вот образом влияется. Нейромышечный синдром, гипокалемия приводит к мышечной слабости. И вплоть до того, что у пациента развиваются признаки миастении, парезы и параличи. Вы видите пациентку, которой уровень калия находился с другой стороны анализов. То есть, знаете же, много показателей, и вот все-все-все хорошо, а калий 2,3 просто находился на другой стороне листика. И просто вот когда врач листал, который вел эту пациентку, он его не видел. И вплоть до образования пролежней. До тех пор, пока врачи, которые лечат этого пациента от миастении, не обнаружат у пациента низкий калий. И тогда закручивается этот поиск гиперальдостеронизма. К сожалению, такие пациенты и не одни у нас были. Почечный синдром. Характерна щелочная реакция мочи и все, что с этим связано. То есть пиелонефриты, пиелиты и никтурии. Также появляется уже сообщение о том, что альдостерома и высокий уровень альдостерона ведет к развитию метаболического синдрома. То есть гиперальдостеронизм ведет к снижению чувствительности к инсулину, к развитию толерантности глюкозы. И эти явления ликвидируются, уменьшаются после оперативного лечения. То есть когда альдостерома удаляется, нарушается обмен глюкозы. Так что эндокринологи, которые нас смотрят, они должны помнить, что все гормонально активные новообразования надпочечника влияют на уровень глюкозы. Ну, собственно говоря, не эндокринологи тоже. Поэтому и удаление этих новообразований ведет к улучшению течения сахарного диабета. Значит, показания к первичной диагностике первичного гиперальдостеронизма. Вы видите, я везде специально подчеркнул артериальная гипертензия. Не нужно искать первичный гиперальдостеронизм там, где его нет. Приходят пациенты на консультацию с нормальным уровнем гормонов, с нормальным уровнем давления и с нарушенным альдостерон-ренином соотношением. Это вторичный гиперальдостеронизм. Артериальная гипертензия в первую очередь. Перед тем, как замерить альдостерон-ренинового соотношения, мы должны нормализовать уровень калия. Мы должны также нормализовать уровень калия перед оперативным лечением. Делается чаще всего это парентерально раствором калий-хлор. Но мы должны помнить, что калий-хлор капать в условиях отделения – это не очень хорошо, могут возникнуть нарушения ритма сердца. Но парентерально, если мы дадим препарат калия, то эти нарушения практически сходят на нет. Раньше был такой чудный препарат калий-нормин, чистый калий-хлор. Он исчез из продажи, поскольку был крайне дешев и невыгоден фарминдустрии. Я нашел препарат чистый калий-хлор. Вы можете найти его на просторах интернета, может быть, это на Ахербе. Я его заказывал на Ахербе, стоит 400 рублей, 200 грамм чистого калия-хлора. То есть, грубо говоря, вы можете дать пациенту 4 грамма, это пол чайной ложки, утром, и 4 грамма калия-хлора на стакан воды вечером. И пациент у вас получит 8 грамм калия-хлорида. Если вы это пересчитаете на раствор, это большая дозировка. А он это совершенно спокойно, безболезненно перенесет, без нарушений сердца. Так что, если вы активно лечите гипокалемию, такой вот, как это называется, лайфхак, чистый калий-хлор, дешево и сердито. Должны быть соблюдены условия забора крови. То есть пациент приходит, и он должен посидеть 15 минут. За это время приходит нормализацию активной симпатической системы, альдостерон приходит в норму. Условия забора должны быть без вокутейнера и избегать сжимания кулака. Если у нас гипокалемия, уровень альдостерона крайне высок, то считается, что поставить диагноз первичный гиперальдостеронизм уже можно без подтверждающих тестов. Если у нас имеется пациент с артериальной гипертензией, это важно, и у него имеется нарушенное альдостерон-рениновое соотношение, мы не ставим сразу же сходу диагноз первичный гиперальдостеронизм. Нам нужно провести подтверждающий тест. Это важно. На амбулаторном этапе проще всего сделать
тест с капотеном. Пациент приходит утром натощак в лабораторию. У него забирается стандартно уровень альдостерона, ренина и кортизола. Он принимает вовнутрь две таблетки капотена, сидит час в лаборатории, и в той же лаборатории, не выходя из нее, также берется альдостерон и ренин. При первичном гиперальдостеронизме не происходит снижение капотена. В норме уровень альдостерона падает более чем на 30%. То есть, если уровень альдостерона у нас снизился, то мы с легкостью поставим диагноз гиперальдостеронизм. Если это проба с физиологическим раствором, она мне меньше нравится, она тяжело переносится пациентов. Это, грубо говоря, 4 часа лежания под капельницей, 2 литра инфузии. Но иногда к ней мы прибегаем, так как считается, что она несколько более чувствительна. Но опять же, она может плохо переноситься у пациентов с артериальной гипертензией. И если у нас есть отсечка 200 альдостерона, у нас не уменьшается меньше 280, мы четко ставим диагноз первичный гиперальдостеронизм. То есть при подозрении на первичный гиперальдостеронизм мы должны провести подтверждающий тест. А вот теперь взгляните на это интересное исследование. Про обследование более 1500 с артериальной гипертензией. Уровень альдостерона с доказанным гиперальдостеронизмом у нас составил 297. То есть достаточно высокий уровень альдостерона. У пациентов с артериальной гипертензией он был достаточно низким. Ниже среднего уровня. А уровень ренина у них был, вот активность ренина, у всех был достаточно низким. И у них у всех было высокое альдостерон-рениновое соотношение. А вот теперь, если мы будем проводить у пациента с низким альдостероном исходно пробу с капотеном, то вероятность того, что и так низкий уровень альдостерона у нас уменьшится еще более на 30%, то достаточно мала. Поэтому мы должны все-таки вот здесь принимать какое-то клиническое, компромиссное, может быть, решение. Если мы задумываемся о том, что все-таки у нас есть первичный гиперальдостеронизм, идиопатический, без опухоли, и нам нужно как-то помочь пациенту, то мы можем включить в терапию просто препараты калий-сберегающих диуретиков, вирушпирон или инспру, ну, которые сохраняют калий. И во многие схемы лечения гипертонической болезни, кстати, входит. И таким образом мы убьем двух зайцев, мы как бы прикроемся от первичного гиперальдостеронизма, если мы не можем его доказать на 100%, ну и поможем пациенту. Так вот выглядит альдостерон, продуцирующий аденомы. Видите, они маленькие, от 1 до 2 сантиметров. Опухоли доброкачественные, такого яркого охряного цвета. А вот здесь крайне редкие наблюдения, но они имеются. Вы видите опухоль, опухоль. И гиперплазированный надпочечник. И мы здесь не можем сказать, что явилось у нас причиной. Мы у всех пациентов проверяем уровень альдостерона после операции, он снижается. И вот как вот здесь интерпретировать ситуацию? То ли это проявление идиопатического гиперальдостеронизма, то ли это альдостерон, продуцирующий аденома. Здесь тоже вот такой же опухоль, гиперплазированный надпочечник. И здесь вы видите корковый слой еще нормальный. Что это? Я нигде не мог найти этого ответа. Вот так вот выглядят эти пациенты с идиопатическим гиперальдостеронизмом на КТ. Умеренная гиперплазия. Вам, кстати, в описании КТ это может быть не описано. Слегка могут напить. Отмечено утолщение надпочечников до 8 мм. И мы можем это пропустить. Для ответа на эти вопросы, вот так вот выглядит аденома. Нормальный надпочечник и опухоль. Здесь вот как раз четко мы видим. Есть такое понятие, анализ на селективный забор крови из надпочечниковых вен. Это не палочка-выручалочка. Уже время катастрофически близится к концу, но я хочу сказать, что это технически сложный анализ. Его информативность далеко не 100%, она в лучшем случае около 60%. Всего лишь несколько клиник, которые в мире, которые делают это каждый день.
довели этот уровень точности до 90%. Поэтому, конечно, он хорош, но уповать на него не стоит из-за того, что мы не можем его просто сделать повально. Так вот выглядит селективный забор крови, вот окрашивается надпочечник. Мы оцениваем градиент концентрации альдостерона справа и слева, и мы также отмечаем градиент концентрации по кортизолу. То есть, если у нас уровень кортизола с одной стороны будет высокий, а с другой стороны нормальный, это значит, что в надпочечник не попали, и нужно переделывать этот анализ. Итак, заканчивая все сегодняшний доклад, я хотел бы сказать, когда мы должны выбрать тактику за операцию и против. За операцию, если у нас есть какое-то подозрение, что мы можем помочь, удалив опухоль или одностороннюю гиперплазию, злокачественной гипертензии, мы можем все-таки помочь, удалив эту опухоль. Если у нас есть пожилой пациент, риск высокой сопутствующей патологии, уже сформированный кардиофиброз, стойкий ХПН, то эти процессы, к сожалению, не обладают ремоделированием после операции. Уже далеко зашедшие осложнения обратно не откатываются. И тогда лучше склониться в консервативную тактику, вести этого пациента на вирошпироне. И когда мы прооперировали у пациента, я тогда это расскажу, даю честное слово, в следующем вебинаре после операционного ведения этих пациентов. Мы должны помнить о рисках надпочечниковой недостаточности и инструктировать пациента об этом. И, естественно, контролировать ЭКТГ, кортизол в крови и в моче у этих пациентов. На этом мой доклад подходит к концу. И я надеюсь, что у нас останется время еще на несколько вопросов. Так что оставайтесь с нами. Сейчас вы ответите на тестовый контроль знаний. Я думаю, вы пройдете на пятерке. И на этом мое участие в лекции закончено. Буду отвечать на вопросы. Спасибо, что были с нами. И жду вас на вопросы. Новинка. Вигитрокс. Скорая помощь при панических атаках. Активное вещество Вигитрокса, пророксаногидрохлорид, подавляет возбудимость диэнцефальных структур и регулирует тонус симпатоадреналовой системы. Действующее вещество Вигитрокса было синтезировано специалистами Института токсикологии Минздрава СССР и более 30 лет применялось в клинической практике. В 2005 году в связи с закрытием завода-производителя выпуск препарата был прекращен. В настоящее время в ответ на обращение специалистов производство пророксана возобновлено под торговым наименованием Вигитрокс. Вигитрокс применяется в качестве симптоматического средства при панических атаках, соматоформной вегетативной дисфункции симпатоадреналового типа. Вигитрокс не относится к психоактивным средствам, не вызывает зависимость и привыкание. Вигитрокс. Скорая помощь при панических атаках. Одна из важных линий защиты от патогенных бактерий и вирусов – современные антисептики. Представляем «Анавидин» – профессиональный антисептик на водной основе. «Анавидин» обладает антимикробной активностью в отношении бактерий, включая возбудителей туберкулеза и внутрибольничных инфекций, а также всех известных вирусов, патогенов человека, в том числе вирусов гриппа, коронавирусов, возбудителей гепатита. «Анавидин» зарегистрирован для дезинфекции рук хирургов, медицинских перчаток, для обработки кожи операционного поля и мест инъекций, медицинского оборудования и поверхностей в помещениях, где требуется соблюдение асептических условий. «Анавидин» рекомендован к применению и в бытовых условиях для гигиенической обработки рук, предметов ухода за больными, поверхностей, приборов и игрушек. «Анавидин» обладает пролонгированным антимикробным действием не менее 5 часов. Безопасен для обработки кожи детей с 3 месяцев. «Анавидин» – безопасное средство для создания безопасной среды. Уважаемые коллеги, добрый вечер. К трансляции присоединяется модератор. Онлайн-семинар аккредитован в программе НМО. Чтобы получить баллы программы, вам нужно участвовать в трансляции не менее 90 минут.
закрывать баннеры «Контроль присутствия» и дать правильные ответы минимум на 4 из 5 вопросов тестового задания, которые Елисей Александрович подготовил на основе материалов своей лекции. В случае выполнения всех условий, коды подтверждения образовательных активностей будут предоставлены вам в течение 14 дней после завершения трансляции, после обработки статистики. Вы получите уведомление по электронной почте и сможете скопировать коды подтверждения в своих личных кабинетах в разделе «Онлайн-семинары. Статистика». Там же можно скопировать или распечатать сертификат. Сейчас инженер нашей трансляции открыл доступ к тестам. Нажав на зеленую кнопку, вы перейдете во вкладку с тестовыми вопросами. На тестирование отводится 20 минут. Таймер обратного отсчета времени в верхней части страницы. К каждому вопросу по теме семинара, пожалуйста, выберите один вариант ответа. После выбора всех вариантов у вас станет активной, подсветится кнопка «Готово» внизу страницы. Не забудьте ее нажать, чтобы отправить результат тестирования. Желаем вам успешного прохождения тестового контроля и переходим к тем вопросам, которые вы прислали Елисею Александровичу в чате. Балслу Турмурадовна пишет. Спасибо за лекцию, Елисей Александрович. Женщина 67 лет, образование обоих надпочечников до 2 см. Нативная плотность плюс 15 единиц Хамсфилда, в артериальной фазе 70, венозной 50, отсроченная 20%, вымывание 86%. Гормональная активность исключена. Какова дальнейшая тактика ведения? Уважаемая Балслу Турмурадовна, интересный и частый случай. Скорее всего, речь идет, если мы посмотрим на возраст пациентки ближе к 70 годам, о крупной узловой гиперплазии надпочечника. Более точно, я бы сказал, если посмотрел бы этот диск сам. Плотность плюс 15 – это обычная плотность нормальной ткани надпочечника. Хороший процент вымывания говорит о том, что новообразование носит доброкачественный характер. Я бы исключил гормональную активность, то есть если у пациентки нет высокого артериального давления, я бы не проверял гиперальдостеронизм, то есть не назначал бы альдостерон с ренином, а просто проверил бы пробу с дексаметазоном, выполнил бы ей. И если нет признаков гиперкортицизма, то я бы перевел ее на амбулаторное наблюдение, на наблюдение, то есть раз в год выполнял бы МРТ надпочечников без контраста и раз в год делал бы пробу с 1 миллиграмм дексаметазона. Спасибо. Тамара Владимировна описывает случай крупного образования с повышенными метанефринами у женщины молодой. Вопрос, как пациентке попасть к вам на консультацию? Возможно ли проведение оперативного лечения у вас в центре? Необходимо ли оформление квоты? Уважаемая Тамара Владимировна, по вашему очень большое описание, и речь идет о феохромоцитоме, и по КТ идет описание именно феохромоцитома, активное накопление, а также повышенные уровни метанефрина, что доказано ее наличие. Я бы вам сразу порекомендовал бы назначить альфа-блокаторы, чтобы защитить пациентку от действия феохромоцитома. Как попасть нам на консультацию? Очень легко, у нас есть онлайн-консультации на сайте Endoinfo. Я лично провожу эти консультации, также у нас консультируют другие хирурги, эндокринологи, поэтому направили пациента, она получила заключение, и она по полису ОМС совершенно спокойно может прооперироваться в нашей клинике. Но подчеркиваю, что обязательно, чтобы вы назначили альфа-блокаторы. Это важно. Спасибо. Еще один вопрос. Какое требуется наблюдение пациентки с сомнительными результатами обследования с повышением норм метанефринов в суточной мочи, сниженным вымыванием контраста из области медиальной ножки правого надпочечника? Размер образования 3,8, 1,9, 2,3. Вот вы видите, как раз вот это тот самый случай, когда у нас есть компьютерная томограмма, мы должны взглянуть на нее сами. Если вы обратите внимание, размер опухоли очень характерный. 3,8 на 1,9 – это продольный. То есть речь идет, скорее всего, о гиперплазии надпочечников. Мне сложно сказать. Феохромоцитома всеокруглого формы новообразования. То есть если 3,8, ну, по крайней мере, на 3,5. А 1,9 – это гиперплазия. Помните, слайд был буквально вот 5 минут назад, гиперплазия – в виде колбаски они. Поэтому я бы назначил повторный анализ мочи на общие метанефрины. Сам бы посмотрел бы диск, убедился о том, что он носит характер, не характерный для феохромоцитома, например, жировой плотности. И если метанефрины придут нормальные, то оставил бы. Или отправил
нам на консультации. Если сомнительный случай, онлайн-консультация или личная, всегда поможем. Спасибо. Антон Сергеевич благодарит вас за лекцию, спрашивает о возможных причинах лейкоцитоза при феохромоцитоме. Возможные причины лейкоцитоза при этом точно они не описаны. Мое мнение о том, что при феохромоцитоме очень часто встречаются очаги распада внутри опухоли. И вот эта некротическая ткань, она может являться источником повышения уровня лейкоцитов, поскольку опухоли бывают достаточно большими, например, 8 сантиметров, и полость с распадом внутри этой опухоли, она тоже большая, то это также может влиять на уровень лейкоцитов. Спасибо. Вопросы Альбины Мавлетьяновны и Александра Александровича. Как часто феохромоцитома встречается у пациентов детского возраста, и в каком возрасте феохромоцитома проявляются чаще? Хороший очень вопрос. В детском возрасте они, как любые опухоли надпочечника, диагностируются очень редко. Очень редко. Если они диагностируются, они носят характер чаще всего наследственных форм. То есть и у родителей выявлен чаще всего это синдром множественной эндокринной неоплазии. Но пик в выявлении феохромоцитом приходится на 30-40 лет. Спасибо. Эльфат Ильханович благодарит вас за лекцию и спрашивает, как можно диагностировать опухоли надпочечников с помощью анализов гормонов в провинциальных условиях? Нет ничего проще, поскольку все-таки провинциальные условия у нас не так уж и плохи. Я знаю, что не все просто и хорошо, но в крупном населенном пункте есть компьютерные томограммы или МРТ. Мы делаем КТ или МРТ надпочечников, если там есть новообразование, и оно достаточно плотное, я говорил об этом, мы назначаем гормоны. Также сетевые крупные гормоны, лаборатории уже практически везде представлены, и сдать анализ на метанефрины достаточно просто. То есть мы смотрим алгоритм, опухоль, ПКТ плотная, мы назначаем метанефрины. Я об этом только что вот как раз и рассказывал. Спасибо. Сабина Асифовна благодарит вас за лекцию. Спрашивает о правилах направления на консультацию в ваш центр пациентов с патологией надпочечников для решения вопроса об оперативном лечении. О телемедицинской консультации вы уже сказали. Да, у нас есть онлайн-консультации. Если житель Санкт-Петербурга, то, конечно, мы рады всех видеть очно, но 98% можно лечить через интернет. Нужен лишь диск с компьютерной томограммой и анализы, и характер описания КТ или МРТ. В крайнем случае всегда есть телефонная связь между пациентом и врачом, если что-то непонятно. Спасибо. Екатерина Сергеевна благодарит вас за лекцию. Спрашивает, как отличить ятрогенный гиперкортицизм от эндогенного. Пациентка 54 лет принимала преднизолон в течение 6 месяцев при лечении гломерулонефрита. В настоящее время в течение месяца не получает. Исходный кортизол 860, после дексаметазонного теста кортизол 65, а КТГ 9,8. Беспокоит тошнота, слабость, ожирение, стрии по типу болезни Ценка Кушинга. Может ли это быть связано с приемом преднизолона в прошлом? Или следует обследовать ее по поводу гиперкортицизма? Какую выбрать дальнейшую тактику? Непростой вопрос, но Екатерина Сергеевна, постараюсь дать ответ. Ятрогенный гиперкортицизм, он заканчивает свое действие, когда мы заканчиваем назначение глюкокортикоидов с постепенным восстановлением. Основным осложнением ятрогенного гиперкортицизма – это надпочечниковая недостаточность. И если пациент получал терапию глюкокортикоидами, то гипоталам, гипофизарная ось и сами надпочечники подавляются. И тогда после отмены мы рискуем получить надпочечниковую недостаточность. Если у пациента после терапии глюкокортикоидами все-таки сохраняется еще высокий уровень кортизола, а он 860, и АКТГ не подавлен, то речь идет об все-таки гиперкортицизме. Нужно разбираться. То есть тут надо сделать как раз вот эту пробу, сдать АКТГ до и АКТГ после. Видите, у вас есть АКТГ до, но у вас нет АКТГ после. Вот. Поэтому непростой вопрос, надо сделать вот эту пробу и исключить, если КТГ не подается, патологию гипофиза. Спасибо. Инна Александровна спрашивает, как часто делать контроль образования без признаков злокачественности? Инна Александровна, мы должны определиться с размером новообразований. Если это доброкачественное новообразование размером 1,5 сантиметра, оно жировой плотности, я
порекомендовал бы так, я так делаю. Я назначаю КТ или МРТ надпочечников без контраста раз в год. Если в течение 1-2 лет мы не выявляем тенденции к росту данного новообразования, можно перейти на наблюдение раз в 2 года. Спасибо. Юлия Габровна просит уточнить длительность развития феохромоцитомы. Какие факторы чаще влияют на экспрессию роста опухоли? И второй вопрос, что важнее, наблюдать небольшие размеры или рано прооперировать? Хороший вопрос. Как быстро растут? Они достаточно медленно растут. И, к сожалению, этот рост, он скрывается за маской артериальной гипертензии. В некоторых статьях, естественно, там годовых колец нету на феохромоцитоме, и никто не наблюдает после постановки диагноза феохромоцитома данную опухоль. Но в некоторых литературных источниках я находил 5-10 мм в год, от 5 до 10 мм. Что важнее, прооперировать маленькую клинически незначимую опухоль или ее наблюдать? Я считаю, что если у нас речь идет о доказанной опухоли, то есть если у нас есть опухоль, к примеру, я, честно говоря, в своей практике встречал только одну опухоль, в один случай 2,5 сантиметра, когда она хоть как-то оказывала на влияние на артериальное давление. Если у нас, ну, опухоль дорастает до 2 сантиметров, то ее лучше убрать. Потому что когда мы находим маленькие опухоли, когда у нас есть доказанная множественная эндокринная неоплазия, тогда лучше убрать ее сразу. Тогда у нас есть шанс оставить больше ткани надпочечника. То есть тут такой непростой очень вопрос. У нас есть доказанный генетический синдром. Мы нашли доказанную феохромоцитому. Она маленьких размеров. У нас есть шанс сохранить оставшийся надпочечник. Я надеюсь, как-то доступно выразил мысль. Вот. Спасибо большое. Время нашей трансляции уже подошло к завершению. Уважаемые коллеги, очередной семинар Елисея Александровича запланирован 27 мая. Он будет посвящен злокачественным новообразованиям надпочечника. А ближайший семинар по эндокринной хирургии проведет Илья Валерьевич Слепцов 7 мая. Приглашаем вас к участию. Ну, хотел бы еще добавить, что верну долг по, я не успел, простите, по адекватному наблюдению пациентов после операции. Расскажу немножко еще про надпочечниковую недостаточность. Такую затравочку дам, еще один крючок, чтобы пришли к нам. Потому что все сегодня объять было просто невозможно. Спасибо большое, Алексей Александрович. Спасибо вам, что потратили время. Спасибо, я рад. Нас сколько присутствовало? На пике трансляции порядка 1600 врачей. 1600 врачей. Это огромная аудитория. Я благодарю вас всех, что вы были с нами. До свидания.